Попали мы на барахолку случайно в Лондоне. И вот тут вот я хочу. Чёрт, если что. Вот по одному фунту монеты с прошлой королевой. Нет, немножко серебра. Не серебро такое какое-то, по 2 фунта. Я на нее верю. Смотрите, всякие коробочки. Всякие вещи такие. Вот это вот английская мелочь. Представляет интерес. Цены тут очень мелкие. Ну, только посмотрите, допустим. Я ничего просто без очков не вижу. Усы старые. Ножички какие-то, вилочки, штучечки, коробочки. Ну, интересно, здесь тоже, смотрите, все сохранено, все в коробочках. Культура потребления вещей. Опять бижутерия, да, вот интересные вещи. Очень интересные вещи. А вот мы здесь смотрели на выходе. Есть. Ну ладно, ложись, конечно. Давайте здесь посмотрим, тут серебро. Опять монеты, но я думаю, половина фактуры. Вот они, слышите. Электронные машиночки. Забавно. Может быть, не так интересно, но тем не менее. Здесь тоже. Ну, тут уже убирается. Вот так вот выглядит все. Это барахолка, внешний вид. Ну, опять смотрим. Смотрим. Ну, в этом обидно, конечно, запутаться. Что золото, что серебро. И более современные все. Какие-то тряпочки. Ношенные, переношенные. Давайте здесь посмотрим. Вот это. Шикарные вещи. Часы. Мебель. Старые книжки. Где-то бедные столы. Вот где-то вот это, например, шикарно. Театральные бинокли. Забавно. Ну, кто-то ругается, кто-то не обращает внимания. Короче, все в золоте, все в бриллиантах. Вот так вот. Ну, тут бронзовые вещи. Интересные. Ножи. Сколько ножи стоит? 5 фунтов деревянный нож. Не стропорез, конечно, хотя с деревянной ручкой. Ну, тут какая-то амуниция даже, видите. Мы смотрим. Фарфор. Что за фарфор? Одинокий. Часы. Запчасти к часам. Здесь тоже. Фарфоровая посуда. О! Убили такое. Ну, вот ручки. Еще. Здесь тоже. Чего только нет. Ну, полный рынок. Сегодня понедельник. И, очевидно, вот этот вот день барахольщика, так называемый. Здесь мы стараемся. Вот это вот и марки. Интересно. 5 фунтов. Сторону дома. Состояние, правда, никакое. И монеты тоже есть. Здесь тоже. Опять бижутерия, опять хорошо. Тоже интересно. Ну, вот кому-то сказали, чтобы выключил. Можно? Thank you. Вот посмотрите, вот это вот античные вещи. Мелкая бронза. Очень интересная. Вот начиная от такого ядра, вот таких вот бронзовых украшений. Это ножи. Цены. 2500. Что-то дорого. Вот эти тоже интересные вещи. Ножи. Вот заколки различные. Все настоящая антика. Может быть, конечно, что-то есть и подделка. Но в принципе все достойно. Вот такой вот нож. Забавный.
ручки, ключи, заколки для лавки, вот эти вот мелкие, скульптурки маленькие, крестики христианские свои, и много тертых античных планет. Очень плохо. Очень интересные ножи вот это. Здесь уже такая средневековая, все пошло. Печатки, кресты, какие-то монеты, наверное. Очень интересные обломки кувшинов, опять вот тёртые серебряные монеты. Настоящие замки. Здесь тоже ножи. Местами реставрированные, местами какие-то есть. Это римские светильники масляные. Там ножи какие-то, здесь тоже. Здорово. Пуговицы. Интересные английские пуговицы. Очень легкие такие, дутые. Смотрите. Земля, очевидно, много хранит различных всяких таких старых вещей, которые можно найти. Вот такие вот ножички тоже забавные очень. Складные. У нас таких не было. В виде щучки, тут тоже бритва, нож. Здорово! Кусочек керамики. Да, интересно, очень интересно. С различными старыми такими тейками. Может, они совсем интересные. Гербарий, который делали мы в детстве. Различные разведки, клеточки. Фурнитуры. Так, фурнитуры. Тут различные вывески. Зимний декорят. Пластинки. И прочее. Старые антикварные вещи. Просто ходим по рынку лондонскому, просто смотрим, просто любопытствуем. Вот такие открытые рынки. Еще старые туннельного типа. И вот там забегаловки. Самые различные. Ну и люди тоже, соответственно. Такие салоны. А вот тут еще, смотри. Вложение большого рынка. Бесконечные ряды бижутерии, украшательств, бронзы. И все, что представляет интерес для обывателя. 3 фунта. Какие-то маленькие завитушечки. Так вот,
еще вот эти бронзовые такие изделия, коробочки. А здесь какие-то уличные музыканты, фокусники выступают. Там трюк какой-то делают. Guys, you are going to follow my instructions. Suivre les instructions sans improviser. Вот этот рынок крытый, с колоннадой, где проходят блошинные ярмарки по понедельникам. Ну, там, собственно, и заканчиваю свой мини-гуляние по Лондону.